Друзья, всем привет, с нами Привет. Инночка, мы у Митина. Митин, Всем привет. привет. Поздравляю тебя с днем рождения еще Спасибо раз. Всего большое. Тебя самого-самого наилучшего от всех моих зрителей. И, друзья, кто приезжает, привозите Митину подарки. Это я так от себя сказал. Как мне футболка цвета? Таня подарила вчера. Тебе все красиво. День рождения подарок. А ну повернись, красавчик. А у Тани день рождения 27... Это четверг, 27-й, да. 7-й. Ну, да, Хакан, привет. Привет, брат. Вас ждут папа тоже с вами сегодня, да? Да. И завтра у меня папа день рождения. Обалдеть. Ну, 5 дней, 3 дня. Всех вас поздравляем. Всех. В общем, судьба. Ну, да. Я заклинил. Так, давай покажем, что Инночка купила. Инночка купила кому, рассказывай. Себе, любимой. Себе. О, мою вкусе. Мою фигуру. Класс. Померила, да? Да, конечно. Ух ты, класс. Я тут много, я половину перемерила. Да? Пока меня ждал, я на 40 минут опять опоздал. Как занималась шопингом. Класс. Очень мягенькие, вообще тоненькие. Не жарко на лето. Так, и что еще? Ну, и моднячие. Митин привез я специально тебе сказал, для меня. Уже Это как называется? Трубочка. Трубочка. Трубы. Она тоже лучше. Блин, и на класс. И они... Только они... сейчас можно смотреться широкими, просто мерит очень шикарно. Класс. Вообще да. Шикарно. Поздравляю. Спасибо. Подожди, а ты первый раз, когда была, ты ничего не покупала? Покупала. Она уже была неделю назад, ты тоже покупала? А, нет, как неделю назад? Нет, неделю не назад. А, я смотрели сказала, только, да? Новый модель осенью я же покупала. Ну, то а понятно, сыну, да. Вот Митин подобрал просто размер. Короче, вся семья Инны, вся Инна семья ходит в джинсах Митина. Цены спрашивайте все время, друзья. Одни мужчина была, тебе привет сказал. Спасибо большое. Тоже вещи Спасибо. Купили. Прошлая неделя тоже, эта неделя тоже. 25-30 средняя цена, да? 25-30. 35 что-то есть иногда, да? Это все высокого качества, друзья. Будут, это не то, что лежит вот так пачками по городу, когда вы идете, написано $15, то плохое качество, там до первой я стирки. Я это не положу вы... в мои Такого места. Метина Может нету, Может смотреться да. одинаково, но после да, страт да. не будут. Не, оно и смотрится, оно я видно, могу продавать, но клиенты мне не берет вот эти вот дешевые. Митин, давай что-нибудь покажем, новинки, мужские, женские, давай, сразу, чтобы я без монтажа, потому что я не успеваю ничего монтировать, у меня все завалено видосами. Кубетти, классика, да? Кубетти имени, это Moscow джинсы. В России точно популярно, Кубетти. Не знаю, кто-то слышал или не слышал. Я пока не слышал. Я только-только перевез вот это. Они это, они мне по этому, классика, на Коллинз похожи, Коллинз много классика. Такой классики. Ну, тоже мягкий, красивый такой. Похоже на ваши шорты качество. Да, мягкий, да, летний, да, летний. Да. Хорошие. И почти коричневый цвета вот это. Угу. Сейчас вот этот дизель я еще раз. Вот цвет показать. Какой интересный. Тоже мужской. Класс. Большие размеры есть, друзья. Митин вас оденет, каким бы вы ни были, Митин все на вас. 8 месяцев, ребенка. От 8 месяцев до 98 лет. До вот такого шарока. Как я, и в 5 раз больше. Всегда скажу, всегда все размер есть у нас. Так, но я всегда показываю джинсы, которые на Митине. У него всегда разные. Вот это. Ага, вот такие. Что я продавал? Цвет такой же, да? Да. Ну, это чуть-чуть потемнее только. А, чуть-чуть. Есть, вот, смотри. Ага, они разных оттенков, есть такое даже. Классно. Что я продаваю, я одену. Если я не одену, и не продаваю. Потом короче. Покажем, какие Таня носит на данный момент. Сейчас на женские переключим. А такой тоже есть классика. Интересная этикет есть тут у нас. Тоже новая. Давай. Я. Покажем. Средний размер. Средний, бывает небольшой. 5, средний. 6 размер больше, чем это. Это средний. Это средний. Но уже я в нем утону даже. Это 50. Мне кажется, ну, это больше. Это 60. Нет, это 60. У вас 60. А, у вас по-другому, да, я понял. Турецкий до 70. А, это утепленные, да? Они... Нет, это не утепленные. Нет, я думал, утепленные тоже есть. Да. Утепленные тоже есть. Сейчас я редко продаваю. Через 5 месяцев. Ну, туристы летом приедут. Через 5 месяцев. Косень, с бескрайнего севера, с крайнего и бескрайнего. Знаешь, зимняя холодно. Ну, да, они да. первые надо вот да. видят, потом они покупают. Да. Так, давай еще что-нибудь. Угу, тоже классика. Однотон. Ну, после 40 лет все мужчины это точно да, носят. Да, тоже они понравятся. Однотон, ровный. И без стреч. Классно. Вообще без стреч. И давай женский покажем. Давай. Мы уже показывали одни, которые она купила. Да, друзья, кто просит показать еще квартиры, просто эта неделя у меня загружена, Халиль тоже, наверное, занят. Следующая неделя. Да, Халиль, завтра тоже. Дядя Митина, пока у меня 3 дня эти завалены. Занят очень. Да, да. Так что на следующей неделе мы обязательно покажем вот квартиры. Один ей купили.
только рваненькие. А, так такой же точно. Да. Там она то есть на любой вкус получается. А ты не захотела с дырками, да? Ну нет моего размера. А так бы взяла с дырками, да? Не знаю, но вот эти вообще шикарные. Шикарные. Ромка, она потом сама порвет. Отрежу. Что Таня носит, показывай, Митин. Какие Таня носит сейчас? Таня, вот это носит. Она это часто носит. Бананчик. Бананчик мягкий. Ну, на фигуре бананчик как раз. На худеньких отлично. Мне вот эти вот цвета нравятся, такие прикольные. Как наши витрины. Тебе нравятся именно вот эти цвета беленькие? Такие прикольные, да? Не очень. Не очень, а мне нравится. Есть как ей, да. Как ей серенький. Тебе вот этот больше, да? Да. Один в один, это серенький. Это интересно. А я бы себе вот эти взял. Если я была женщина, я тоже хотела. Вот эти, да? Так, часы на передумать не будем отговаривать. Но у каждого свой вкус и цвет, правильно. На вкус и цвет, как там, товарища нет, да? Давай. Давай. Женские шорты покажешь. Женские шорты. Я уже показываю. Детские какие моднячие вон пришли. О. Я уже 5-6 новых моделей, я тебе говорил. Серенький. Классный. Это толстый строчек. Детские. Детских тоже больше появилось, да, моделек? Вот таких детские, вот не да, было, да. Пятнистых. Детские вот. Тоже что-то новое. Большущие выборы, шорты и джинсики, детские, мальчики, девочки, смотрите, моднячики. Это все можно спокойно стирать, это не наклейка, это все вшито, зашито, прошито, перешито. Шикарные, смотрите, какие. Есть? А, боже, я ж... Самое главное, я... боже, она там плачет, а я к ней не подошел. Это ж Инна дизайнер, Инна модельер. Смотрите, что Инна сделала в прошлый раз. У нас моя, вот, которая у меня зимовала, она же у нас самая модная теперь. Инна, спасибо тебе. Привет. Привет, любимая. Чебурашка там скучает без тебя, блин. Не квакает. Сейчас. О. Ну, какая модница. Они прям на нее и смотрят. Смотри, глаз, глаз не могут отвести. Ну, Инна, спасибо тебе, такое сделал. Это Хусейн у нас тут с сумочками. Приходите, любые сумочки. Улыбнись, улыбнись. Он занят, он работает. Привет. Короче, большущий выбор детских. О, вот этот цвет мне нравится. Тоже смотрите, всякие. Это женские, что же. Это как бы для женщин. Очень огромный ассортимент. Примерно 200 моделей мужских, 200 моделей женских, друзья. Очень много. На любой вкус. Абсолютно. На девочку. Что еще? Надо что-то показать. Еще платить можно картами. Кто с Украины, вообще без проблем, да, и приватбанки, нет, приватбанк, монобанки, кэш. С Россией проблема, платить. Да, только? Россия, и, получается, и не может. Есть лира, евро и доллар. Union Pay у тебя нет, если есть. Россия. А, о, даже так, да, кто расходит Union Pay? Мир нет, но через ИБАН можешь отправить, у меня есть какой-то друзья, да. А, то есть без проблем, или как оплатить, вы найдете тогда и без проблем. Все, Митин? Что еще, что нам еще показать? А, вот этого я не видел. Это как назвать? Джинсовая куртка, да. Или это уже даже не это, куртка, наверное, это даже... что-то длиннее, да? Это, наверное, как... Смотри, какая интересная. Курточка. Так, удлиненная куртка. А не было такого? Не было, да. Ну, вообще не крутая. Забыл сказать про нее. Вообще манючая, да? Да. Митин, супер. Вообще интересно. Больше, тебя и вели в Банкмасбэй. Сзади тоже смотрели? Нет. Вау, вау, вау. Череп. С черепом. Кто боится, Митин отрежет. Да? Кто боится черепа, Митин отрежет. Что еще показать? Мужские курточки. Мужские курточки покажу. Сейчас я деньги снимаю. If I pay with euro inside, it's cheaper than the phone. Как хорошо разговаривали, да? Как хорошо англичане а вот говорят смотри, на английском языке. Интересно. С дырами. Вот эти вот я смотрю, вот, ну я не знаю, ну это не грех будет, ну а что такое? Ну, если я скажу, что в этих можно ходить Пасхи светить, на Пасху, да, в церкви? Ну правильно, ну это ж не грех, но я вижу. Ну как, ну как? Ну как грех? На ноге, на ляжке. Не, ну подожди, если черепа можно, то почему крест нельзя? Крест это ж. Крест это святое. Ну так правильно. Ты, получается, на себе его.
Ну, мне кажется, это лучше, чем череп. Я бы череп как-то, вот черепа у меня все-таки. Ну. Так. Что еще? Инна, сколько дней вам осталось? С сегодняшним днем или без сегодняшнего, уже помню, еще полдня. 4.5. Инна уедет. Ну, я и так здесь 3 недели. И меня все. Уже узнают. Да? Да, меня сейчас здесь узнали. Спрашивают, а Ромки нет? Здравствуйте мне. Говорят, а вы Инна. Продавцы или покупатель? Покупатель. Пришли, я мерила девушка шортики. Ой, друзья, пока Инна здесь, я вам не могу передать, какой у меня ритм жизни бешеный. Инна, тебе за это спасибо, конечно. Я. Но когда Инна уедет, я, наверное, выключу телефоны, выключу интернет, выключу все и лягу на 2 дня спать. Только сначала все надо домонтировать. Метин, мы бегаем по 15-20 километров в день, пока Инна здесь. У меня уже, у меня мозоли уже не зажигают. У меня тоже. Я не успеваю. Я немного пешком, я очень рано вставаю, очень поздно. Я засыпаю за ноутбуком, я ничего не успеваю, я дома не бываю вообще. Мне некогда спать, некогда видео монтировать. Она меня, короче, гоняет по всей Алании, да. Но я ей благодарен. Она не как ты ленивый. Ой. Почему? Потому что всегда спит. Потому что ты просто не понимаешь, я спать ложусь. 12 часов дня могу лечь спать. Потому что я ночью работаю. Кто тебе так сделает кто-то? Ну, наоборот. Ромка, тебе нельзя ночью спать? Ну, вот так вот у меня получается. Ты же тоже нестандартно спишь. Ты тоже просыпаешься ночью. Нестандартно. Да. Утром 4 вставаю, ночью 11 спаю. 5 часов спится. Мало. Ну. Так что ты такой же ненормальный, как и я. Ну, я буду долго спать. Если я... Я могу спать долгое время, но не Метин, могу открыть так. Пока отпуск был, ты хоть отдохнул или нет? Или свадьба, все эти дела, ты отдохнул хорошо? Да. Отдохнул, да? Отдохнул хорошо, 4 месяца. Как семейная жизнь? Что? Семья как? Жизнь семейная, нормально? Что-то изменилось или... Нет, лучше. Лучше стало? Лучше. Лучше стало. Я сейчас себе уругаюсь, почему не еще раньше? Да? Серьезно, да? Точно. Не, ну а с Таней вы знакомы были... 5 года назад. А, ну да, с Таней можно было... Потому что кто-то познакомился, 2 года назад женился. Да, да, да. И 5 года ждал, ну... Зато у вас все проверено, испытано времени. Мы уже жениться хорошо. А мама, сестра когда приедут теперь? Нету сейчас никого? Ну, скоро. Скоро, 6-й, да? 6-й месяц, наверное. Ага, в июне. Через 2 месяца. Курбан-байрам. В июне, да? 28.06, курбан праздник у нас, ага. Среда. Это когда больше всего людей будет в Алании. Да, среда. Все, Метин вас ждет, делает скидки, пароль Ромка Рокер. Все районы показать еще раз, да, где вы бываете, а то давай, забывают, да, люди. Там... Кто спрашивает про Конаклы? Друзья, в Конаклы вещевого рынка, его можно сказать, нету. Я вам не советую никому ехать в Конаклы. В этот же день по средам садитесь на автобус, едете в Авсалар. И там огромный рынок, там самый конкурентный, он там очень низкие цены за счет того, что большая конкуренция. В Авсалар приезжают люди, которые не торгуют даже вот здесь, допустим. Поэтому по средам едьте в Авсалар, он недалеко от Конаклы. В Конаклы там 2 коллеги стоит на рынке и все вещевом, там его нету. Базар оба понедельник, Махмутлар вторник, Авсалар среда, Акуджалар пятница, суббота Махмутлар, воскресенье Тюрклер. Все, на других базарах Метина нету. Вот, друзья, координаты все Метина. Можно звонить, писать. Все, Хакан, пока. Метин, пока. Инна, пока. Всем пока. Пока-пока. Ремень в подарок. Ремень для Инны. Инна, внук в подарок. Во. Все, пока.